Что же, ребята, вперед, вперед, дальше играть, гамать, радоваться. И все, сигнализация перестала звучать. Но сейчас опять функция. Знаете, пару дней назад она и включалась аж целый день, знаете, это стоило того, чтобы отпраздновать как-то, потому что так она, в принципе, каждый день, хотя бы раз в день, но включится. И то у меня здесь большую часть дня нету, поэтому, соответственно, я даже сдохну. Не знаю, может, она включается даже каждый день, может по несколько раз в день, но вечером, не знаю, когда как. Я читал, присылал имейл, вот этот комплекс, в котором я живу, рассылку делали, что... Да, просто бывает, кто-то готовит, дымок пошел, и вот наша система начинает сразу гудеть, зудеть. Но в основном это просто инциденты на кухне, как они говорят, как подготовки. Огни кулак, убей этого чувака. Ну, ладно, убьешь его. Ну, не сложно. И да, когда появится Devil Within, ребят, не будет никакого Borderlands, будет Devil Within, а когда я его пройду, черт. И когда я его уже пройду, тогда будет Devil Within. Потому что, ребят, это у меня приоритет. Конечно, это Devil Within, потому что это игра, которую я, знаете, я ее жду. Рейтинг безбашенности, бойся свой рейтинг безбашенности. Результат получения достижений, распределение на всех ваших персонажей. На всех устройствах, понятно. Так, орлиный глаз, отделение выполняет затяжные прыжки, наносить урон слэм, да, вечеринка с мордобоем. А, понятно, это просто достижение. Да, это главное, если бы это... Только успевай перезаряжать свою волыночку. Получай в голову! Ура! Да, это я знаю, это очень, это такой, знаете, близко конта. Борьба за жизнь, кого же убить? Тебя, что ли? Все, я сдаюсь, ребята, да, я не смог. Все, я понял, не надо бросаться на противников с криками полундры или типа такими. Но всегда можно воскреснуть. Плата 11 и... Новое тело, да? Ну как старое, даже не вижу разницы, честно говоря. О, даже патрон, даже оружие не перезаряжено, поэтому. И, конечно же, я сделаю то же самое, что я делал в прошлый раз. Пойду на таран, потому что в этой игре, знаете, мне не хочется идти на таран. О, как круто, убили сразу практически. Каждый день мы так. Как я понимаю, они идут бесконечно, эти парни. Жаль. А где они кулак, кстати, находится? А то я... Это он был кулак? А, вот, да. Очень чисто было. Да, получай святошу. Убей! This is kind of exciting. Yeah, our story just began with us getting off a bus. This sounds all explosive and stuff. Stop complimenting the prisoner. А, да, я помню, в первой части. Они слезли с автобуса и все, вот за начало истории. We can
getting the moonshot up there. Let me get the elevator. А тут прям реально, да, реально сразу все началось с экшена. Ну там тоже началось с экшена. Тут как-то прям сразу дикий экшен. Something's jamming the elevator up there. Figure something out. All right, weird idea. Let me work the loading terminal. Ну ладно, ладно, хорошо. Я подожду, я не спешу. Ну, возможно, это... Я не уверен, но это поможет? Ну ладно, я думаю, это рискованно. No problem. I'm real good at not falling off stuff. Let's get moving. Да, давай, запускаем я. Блин, я думал, меня запустят сразу куда-то. Нет, меня просто поднимут. Ладно, хорошо, я не против. Make it up there? Free up the elevator so I can join you. А, лифт там, там, точно, сейчас идем его освобождать, скажем так. Смотри, что делать. А, понятно. All these loaders bum me out. It's no wonder Dahl took us over so easily. I need more soldiers. Badasses, like you. Забирайся, Джек. Пока я тебе не чирикнул. О, автомат, где можно тратить деньги? Нет, спасибо. Не, ничего не надо. У меня вот тут 10 тысяч ящиков, у меня патрон уже девать нет. Нормально. Alright, that's twice you've saved my life. Now we just gotta... Oh, for what the auto shot controls are damaged. Someone's gotta stay back and launch the pods manually. Как всегда. I'd suggest Wilhelm, but I need you there on Elpis cracking skulls. What was that? I wasn't listening. Alright, new plan. I'll stay behind. I need you down on the moon. You gotta find that jamming signal and shut it down. Otherwise, we'll never get control of the moon base and we can kiss that vault goodbye. You really gonna stay? I better get paid if you bite it. Now you saved my life a couple of times, I'm repaying the favor. Besides, I'm a hero, baby. Self-sacrifice is part of the job. Возможно, да. Oh, good. A health machine. I had one put in here after a worker had an accident and lost his torso. Better heal up before your trip down to the moon. Might want to grab some ammo too. Supplies over here. Yes, спасибо, ничего не надо. Все есть. We need to get a moonshot container up here. Normally we'd load some supplies, but this time you're the cargo. Ах, круто. Теперь меня вызвали грузом. И да, конечно, знаете, мучительно учиться в понедельник, да, вот там с 10 до почти 8 вечера. Мучительно, особенно когда только лекция. Когда только лекция, это все-таки немножко мучительно. Когда, знаете, когда практика, нормально. И слава богу, по моему счастью, будет практика такая долгая, скоро уже, через буквально несколько недель. И практика нормальная, знаете, а быстро ощущается. Такая практика, которую там кинематография, когда ты кино снимаешь, это все очень быстро проходит. И если вам интересно, что именно я изучаю, да все, я там от режиссера изучаю до практически парня, который метлой машет на площадке, чтобы ее прибрать. Вот все изучаю, там, абсолютно все профессии. Handsome Jack, the guy who murdered my boyfriend, stayed behind while you escaped? Like hell. Whether his decision was heroic or purely strategic, I can't say. But if Jack hadn't stayed behind to eject the pod, I might well have died on Helios. Your story is making Handsome Jack kind of sympathetic. I hate it. All right, we're ready to fire. Whenever you're ready, I'll shoot you to Concordia. It's the biggest town on Elpis. I know someone there who can help you find that jamming signal. Ну все, я готов, давай, что ж тянуть. Странно, кат-сцену мне иногда подлагивают, а вот сама игра нет. Вот это немного странно.
Черт, у меня столько сообщений, 26 штук от друзей. Ну, от каких друзей, одногруппников. Second you open this door, all the oxygen is going to vent and you're going to suffocate. It'll hurt a lot and your eyes will pop like grapes when the pressure differential gets too harsh. So, here's my plan. When you're ready, open the door and follow me to my oxygen bubble. Sound good? Don't answer. Conserve your oxygen. Ладно, хорошо, вы раз так говорите. Да, в итоге мне все-таки нужно писать какую-то, знаете, самоанализ. Ой, Дженни Спрингс. Спекулянтка с золотым сердцем. Over here. Чтобы открыть карту, на каждом месте все важные также места выбранной маршрутной точки. Хорошо. Да, и мне идти надо далековато. Кислород. Черт, ты не можешь мне одолжить свой пузырик на голову? Мне он нужен, у меня здоровье не бесконечное, тут дышать нечем. This way. Don't think about the grapes thing. Какие виноградины? Тут нет винограда, тут кислорода они скорее. И да, снова дышать нельзя. То есть пока что мы не можем даже подышать по-нормальному, только вот так вот. Я тоже могу так прыгать или... It'd be embarrassing if you died now. Да нормально, я выживу, не волнуюсь. Из таких передряг выбирались. Блин, тут за все опыт дает. Видимо, а, ну все, тут должен быть. Так и есть. Everybody good? Nice to meet ya. I'm Janie Springs, junk dealer. Who are you? Wilhelm. I like your cybernetic eye and beard. So what are you doing here? Trying to get back to Helios. There's a jamming signal around here we gotta take care of first, though. A jamming signal? Haven't noticed anything like that. You might want to get to Concordia, a little city run by a fella called the Merith. Gotta be somebody there who can help you. You'll need an O2 kit, Oz kits we call them, to survive the journey, though. I've got some broken ones stashed nearby, but I can repair them for you. Even if you ain't the breathing type, you'll be glad you've got an Oz kit. Head to these coordinates and clear the place out. Нашествие забытого легиона. Быстрое передвижение? Нет, спасибо, не надо. Ну что ж, давайте осмотримся более-менее. Поймем хоть где мы, что мы. Да, я понял, что, ну знаете, такая штука, да, он просто написать что-то за две недели там последний учил. Ну, в общем, как бы должен сам проанализировать свой прогресс. И я не люблю это. Я вообще не понимаю. И наш, так сказать, руководитель курса об этом даже ничего не говорил. Что-то мне кажется, что завтра он скажет... Просто он сказал, это будет неформальная такая беседа. Мне почему-то кажется, что завтра он скажет, нафиг это вам не надо было делать, это просто руководство школы это требует, мне срать, и вот мне кажется, он так скажет, что-то подобное. Что, как бы, мне нафиг не нужны ваши эти, так сказать, самоанализы. Так их переведем, самоанализы. Они мне не нужны, мы поболтали, и нормально все, более-менее так поняли. Что-то когда, я не на самом деле считаю, что он наверняка так скажет. Ну ладно, я сделаю, знаете. Да тут есть воздух такой вот. Кислородик. Я сделаю просто сейчас, наверное, вот эту часть закончу и напишу про и голову еще надо помыть, а то совсем уже голова похожа на какой-то кал. И, собственно говоря, я напишу вот эту штуку, пока его в Эдын не вышел. Просто, знаете, просто ради того, чтобы на ее написать. Ну, вот знаете, как это бывает. Просто делаешь какие-то вещи, просто ради того, чтобы.
надо. That building used to be in one piece and not lava adjacent. Till the crackening anyway. Стрелит-то. Что это за? Я понимаю, это злые твари. Этим безбашенности чутка мы подняли, ребят, с вами. Нашествие забытого легиона. Я смотрю, очков новых у нас нет. Потратить затон, задержка зарядки, скорость зарядки щита. Урон от стрельбы. Немного, но тоже пойдет. А я понимаю, просто качаться это будет быстро. Oops. Just punch off the locks with your meat hunks. That's moon for hands. Где эти замки нужно разбить? Ну, ничего сложного вроде. Даже, слушай, как сзади там твари на радаре их видно. Ну и против, все прокачка. Did you kill all those baddies for me too? Not excited about being mauled again. Выпустите эту тварь. Плюс тварь. Получай, противный. Харагон. Что-то жжет, жгут они так. Неплохо, а. Готов. Побеждена. Еще! Вроде больше нет никого. Ну ладно, мы перезарядились, ребят, давайте возьмем все. Как я понимаю, если играть с кем-то, конечно же, снаряжения будет не хватать немножко, наверное. Да, будет больше смысла все это покупать. Потому что мне одному столько снаряжения, например, не унести. Йо, лишь бы не упасть. One Ozkit. Great for breathing, double jumping and slamming enemies. Now, to repay me for saving your life, you're gonna end someone else's. His name's Deadlift. He's nearby, and he's an asshole. He's also got something I'll need to get us into Concordia. Ладно, да, давай, хорошо, беру. Deadlift leads a band of scavengers and scats who used to raid the old Dahl dig site. Colonel Zarpadon imprisoned them, but they escaped when Dahl's digging cracked the moon. Wait, her name's Zarpadon? Anyway. He's got the Digistract key for my Zumi stations. Killing him will get you to Concordia and make my week. Win-win! Warning, zero atmosphere environment. Я в курсе, что здесь нулевая атмосфера. И курсе, что тут есть еще вот эти вот твари. Которые, конечно же, круты, когда у тебя полно щита и здоровья, но вот когда они появляются слишком часто, мне они перестали нравиться. Их реально слишком много, вам не кажется? Вылетай! Их слишком много, ребят, просто слишком много. Ну, в любом случае, идем на точку цель, искать, работать с целью. Ну да, надо написать, что, в принципе, там не сложно. Надеюсь, там не 1000 слов, а то я помню, где-то я читал, что 1000 слов надо написать. Вот это уже не слишком приятно. Если там сколько угодно слов, просто там напиши о своих, скажем так, достижениях, если они у тебя есть, они, конечно же, у тебя должны быть. Напиши там о всем, что можешь, там, сколько хочешь слов. Я бы написал там, не знаю, ну, несколько предложений обо всем. Я считаю, там, может быть, по три предложения там обо всем я бы написал. Там можно сказать, как ты будешь навыки, которые ты получил, применять, что понравилось, что не понравилось. Ну, то есть просто, знаете, отчет такой. И, да, не любители отчетов, особенно такие, знаете, формальные. Не формальные отчеты мне больше нравятся, когда просто тебя спрашивают, чувак, в данном случае, а руководитель твоего курса. Ну, типа, ну как, Жень, тебе понравилось? Хорошо получился, что узнал? И просто ему говоришь, что тебе в голову первое вспомнилось. И вот это мне нравится. Опять
опять же. А надо отчет сделать. Боже, знаете, я такой, я отчет исполнительный. Я просто говорят, надо делать отчет, я делаю отчет. Потому что, знаете, проще просто, чем, знаете, проще, чем отнекиваться и говорить, вот, я не хочу там еще что-то выдумывать, отговорки. Проще взять и сделать, мне личные, на проще какие-то вещи просто взять и сделать, чем уклоняться от них, скажем так. Проще просто взять и вот прийти по лазерам. Человека-машина, ёмко считаем максимальную уровень. Вот это мне понравилось. Well, he also stole my Moonzumi Digistruct key, stranded me out here and got really rude when I told him I wasn't into guys. But mainly the being a dick thing. Мне кажется, у него просто были планы на тебя, и ты его так обломала. Да, эта девушка точно сказала, что она лесбиянка, ребята, если не понял. Так, бежим. Vault Hunter, this is Colonel Zarpadon. You must leave Elpis. Things are about to get much worse. I don't want to kill you if I don't have to. Nice work! Nah, got paid to kill you. Gotta do it. Fine. Do it well. Deadlift, this is Colonel Zarpadon. I need you to kill the Vault Hunters headed for your ship. Get that, sir. I ain't taking orders from the chick who threw me in prison. They said your jump pads are stupid. I will annihilate them. Слушай, мне жаль, что ты это уничтожить сильно. Регалитовая гряда. Что же, отправиться, раз нам туда нужно по заданию, что же. Regally French. Отправляемся сюда. А продолжим мы в следующей части, когда я не знаю, когда я напишу то, что я должен написать, и помою голову, потому что это важные дела, которые надо же когда-то делать. У меня, к сожалению, нет для этого отдельного времени. Знаете, было бы круто, если было отдельное такое, знаете, отдельное время для того, чтобы играть в Borderlands или в игры вообще, а отдельное время для всего остального. К сожалению, так не происходит. Перезарядка побыстрее, пожалуйста. Так что спасибо за просмотр, и я постараюсь, как только смогу. Мне пока нравится, в принципе, пока, знаете, не то чтобы сильно нравится, но что-то есть. Поэтому мы будем продолжать играть в Borderlands, я буду, а вы будете смотреть. И пока что, наверное, будет The Evil Within, потом вернемся к Borderlands, потому что... И The Evil Within меня больше, естественно, привлекает. Я думаю, я не знаю, как вам, наверняка больше будет отзывов, типа, давай Borderlands. Не, и The Evil Within, ребятки, надо, ребята, побегать от маньячков в больнице и пострелять немножко по ним. В общем, спасибо за просмотр, до следующей серии, ребят, как раз, до следующей.